Здравствуйте, меня зовут Кошелева Евгения Владимировна. Я руководитель мастерской керамики «Фантазия». На моих занятиях мы учимся выражать свои идеи и творческие замыслы с помощью глины и рисования. Но начинается любая работа с эскиза. А что же такое эскиз? Если просто, то эскиз – это предварительный набросок, свободно выполненный рисунок. Он фиксирует замысел автора. А кто же может делать эскиз? Художник, скульптор, модельер, архитектор, изобретатель. Нам известны примеры, когда эскизы художников становятся объектами искусства. Это эскизы Михаила Врубеля, Леонардо да Винчи, Эдгара Дега, Василия Сурикова. А как может выглядеть эскиз? Так. Или так, в масштабе готовой работы. А так выглядят эскизы моих ребят. А вот так выглядят готовые работы. Эскиз – это начало пути от идеи к готовому изделию. Добрый путь! Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой, куда по свету белому отправиться с утра, иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Мой друг, всегда иди дорогою добра, иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом.